Курске прошел 7-й среднерусский экономический форум. Он собрал на своей площадке несколько тысяч профессионалов и экспертов. Во время работы форума было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией области и Торгово-промышленной палатой России. Накануне в Курске впервые прошло заседание Ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО. Говорили о поддержке малого бизнеса, новых технологиях, привлечении инвестиций и цифровой экономике. В этом году ТПП запускает мобильную версию электронного ресурса. Это значит, что в любой точке земного шара можно будет воспользоваться услугами любой из 179 торгово-промышленных палат страны и зарубежных представительств, в том числе и Курской. Самое главное – это понимание того, с чем обращается предприниматель, что ему нужно от властей, что ему нужно от общества, что ему нужно от потребителя, что ему нужно от банка, от самой торгово-промышленной палаты. Данная система дает нам повод абсолютно социологически верно быть таким термометром предпринимательской активности и вообще самочувствия предпринимательства на территории Российской Федерации.